Назовите три любые песни, я одну из них спою. Скорпионс. Макс, а Корнелл знаешь? А из Цоя что-нибудь сыграешь? Вот и помер дед Максим. Разбежавшись, прыгну со скалы. Надеюсь, ты нас не снимаешь там нигде. И пусть за закатом уплывают корабли. Самый лучший. Всем привет, меня зовут Раиль, основатель канала Хижина Музыканта. Снова спустя месяц возвращаюсь, чтобы поднять вам настроение, замотивировать играть на гитаре и просто попеть любимые песни. Хочу перенести свой любимый зашедший формат с улицы в чат-рулетку. Буду предлагать людям назвать три любые песни, и если одну хотя бы из них я не спою. Ребята, на самом деле уже 4 часа снимаю данный выпуск, и все, что от вас требуется, это поставить лайк и написать комментарий. Я буду этому очень-очень благодарен. Поехали. Привет. Привет. Можешь назвать какие-нибудь три песни? Я одну из них точно спою. У меня есть любимый исполнитель. Но я не вспомню, наверное. Как он? Как его зовут? У меня все песни его любимые. Я попробую, конечно, тебе сказать их название. Может, ты знаешь эти песни. Давай. Кино. Селеви. 77, блин. Макан, что ли? Да, просто. Ну могу, я тоже очень люблю Макана и каждую песню. Пипец, мы нашли друг друга. Селеви, и пусть мои братья по-прежнему на мели. Я знаю счастье где-то рядом, оглянись. И пусть за закатом уплывают корабли. Йоу, Селеви, йоу, Селеви. Блин, если бы в твоем исполнении была эта песня где-то, я бы ее 100% к себе добавила. Да? Приятно. Это очень прикольно получается. Я тебе батарейку. Тихо-тихо. Да, назовите три любые песни, я одну из них спою. Я, походу, его в ТикТоке видела. По щекам твои слезы. Ну, ТикТок это пофиг. Там уж все сидят сейчас. Давай посчитаем слезы. Нет, стойте. Подождите, подождите. Секунду. Зачем? Вот же заказ сделали, смотри. А по щекам твоим слезы, это твоя вина. И на кой черт твои розы, если не любишь меня. А по щекам твоим слезы, это твоя вина. И на кой черт твои. Приятного аппетита, кстати, да. А? Приятного аппетита, говорю. Спасибо. Назови какие-нибудь три песни. И я одну из них спою. Скорпионс. А, русские. А, русские. Ладно, фактор 2, война. Давай. И снова солнце закат. Не вижу перед собой. И не орёт наш комбат. И не зовёт индивидуально. Я вырезаю ножом на деревянном бруске имя твое. Мы с пацанами сидим на мокрой дырявой земле и вспоминаем друзей, павших на этой войне. И думаем об одном, что у кого-то из нас будет пуля в виске. Война бесконечная, стрельба. Плача при луне. Круто. Дуэт офигенный получился. Классно, молодец. Мы тоже музыканты. Да? Да. На чем играете или поете? Я на фортепиано пою, музыку пишу, книга своя, стихов. Давай инстаграмами обменяемся. Давай. Так. Талантливые люди нужны друг другу. Порой устаешь петь, потому что это забирает много энергии, и хочется просто поиграть на гитаре какие-нибудь мелодии, пока отдыхает голос. Для этого мне всегда помогает приложение Timbro. Сегодня хочу разучить английскую балладу Scarborough Fair. Поехали. Поехали.
Кстати, приложение работает как на iOS, так и на Android. Попробуйте к себе скачать и поиграть. Привет. О, сыграешь что-нибудь? Нет, я не умею. Я для красоты взяла просто. Ну тогда назови мне три любые песни, я тебе спою что-нибудь. Вообще любые? Ну да, надеюсь, я... Ну, совпадем. Макса Коржа знаешь? Да. Ну, какую из его песен ты можешь? Ну, да? Почти все могу. «Горы по колено» можешь? Могу. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ней новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцо напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы по колено, горы по колено, горы по колено, если держишь шаг. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить нашу жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено, могут и свалить, удержи удар. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Спасибо, молодец за хороший выбор, так сказать. Хороший Мне выбор. Кажется, я могу очень сейчас Ты, по-моему, в ТикТоке есть, нет? И мне так кажется, очень. Не смешите мои подковы! Привет, ты играешь на гитаре. Только не говори, что ты лошок, который не умеет играть на гитаре. Не буду говорить, я не лошок. Назови три песни, я одну из них спою. Я типа много песен знаю, может, и совпадет что-нибудь. Виновата ли я? Выбери, Жень, хорошая от чего кайфанешь. Да, хорошо, да шучу я, конечно. Давай это. Вот и помер дед Максим. Да не знает он такое. Не, ну гитаристы знают, я, конечно, этот не пел ее, честно скажу. Дальше. Ну что ты, молчишь-то? Я только матерный знаю. Давай поболело и прошло. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в конторе прячется тепло. Где обиды, а где боль, все пройдет само собой. Как на рану сыпать соль, ведь ранила меня стрельбой. Лучший, а можно вот прям вот так поностальгируем? Давай, Цоя, знаешь, любую песню вообще без разницы. Давай. Но если из кармана пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет. Чуть не ошибся из-за твоей футболки, на самом деле. Нельзя читать текста, когда поешь. Ты ютубер или просто? Просто ютубер, да. Да, просто ютубер. Много у тебя подписчиков? Ну, так, недавно только начал. Маловато. Надеюсь, ты нас не снимаешь там нигде. Нет. Нет. Нету да, тут никого. Прославишь. Да. Скажи свой инстаграм, комментарий. Хижина музыканта. Привет. Назови три песни, одну из них тебе спою. Я боюсь, мои предпочтения ты не знаешь. Ну, поэтому же три. С запасом же. Знаешь такую группу «Король и Шут»? Ну да. Какую песню у него знаешь? Со скалы? Разбежавшись, и спрыгну со скалы. Да, могу ее. Давай. Так. Так.
с головы сорвал. Витя, мой колпак, я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Вот же совпало. Браво, молодец. Спасибо. Классно такой... получается. Как видите, я сегодня в своей футболке «Не влюбляйся». Кстати, как она вам? Нужна обратная связь? Переходите на сайт arslanshop.ru. Недавно мы запустили свой онлайн-магазин мерча. Там есть худи, свитшоты и футболки. Точно не замерзнете этой зимой и осенью. Напишите свой отзыв по поводу принтов, сайта, как это все выглядит. Пока что мерч посвящен именно моему творчеству. Дальше будем пополнять новыми образцами, связанными с хижиной музыканта, с приколами для гитаристов и так далее. Привет. Привет. Назовите три песни, одну из них спою. А, давай. Что спеть? Подожди, сейчас подумаю. Давай. А какие ты знаешь песни тогда? Давай с этого. Ну, современные в большей степени и русские. Я надеюсь, ты не из ТикТока? Не. Вы уж простите, но опознался. Давай какую-нибудь песню, не знаю, Коржа. Ну, давай, какую? Давай любую, не знаю, Коржа любую. Ну, вспомни название. Не знаю, какая есть Коржа песня? Шантаж. Давай Шантаж. Шантаж? Давай. Костюм на стиль, отмывай животный мир. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть в красоте элитных штук. Чтобы тут без лишних глаз не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, тлеет на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Это было очень круто, круто, реально круто. Хижина музыканта. Привет. 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 Сыграй что-нибудь, пожалуйста. Сыграю. Назови три какие-нибудь песни. Одну из них постараюсь. Жанр какой-то играешь. Ну, больше современных, конечно, песен. А если Цоя что-нибудь сыграешь? Ну да. Давай. Так, чтобы именно сыграть-то... День как день, только ты почему-то грустишь. И вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не можешь сходить в кино. И вот ты идешь на вечеринку один. Но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. Молодец! Спасибо. Я тоже играю на гитаре, только у меня ее с собой нет. Привет! О, гитарист! Назовите три песни. Я по твоим урокам училась на гитаре играть. А сейчас что не играешь? Я научилась. Ого, да ты круче меня играешь, наверное. Назови три любые песни, я одну из них спою. Солдат. Солдат? Да. Пятница, что ли? Да. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат.
солдат, забытый богом страны, а герой, скажите мне, какого романа? Любишь песни? Ну да. Назови три какие-нибудь, одну из них прям спою стопудово. Хорошо, хорошо, давай три любые на выбор, да? Да. Макс Корж, «Оптимист». Угу, дальше. Тима Белорусских, любую. Ну, назови, назови. Если, да, если честно, я даже не знаю, какие у него песни названия. «Незабудка», точно. «Незабудка»? И еще что? Знаю песню, видно, не судьба. Ну, старая, старая. Ну, смотри, «Оптимист». Я много песен Коржа знаю, но именно «Оптимиста» нет. Третью я вообще не помню, поэтому вторую придется мне спеть. Правильно? Незабудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым. Если понравился выпуск, если понравились реакции, поставьте лайк этому видео, не скупитесь. Набираем 15 тысяч лайков, выпуская продолжение. А в целом, ребята, как видите, вот столько людей меня смотрят без подписки. Это очень грустно, поэтому нажимайте на кнопочку подписаться и выбирайте верхний колокольчик, чтобы получать все мои уведомления. Ну а если вы хотите научиться играть и петь, как я, то я всегда рад вас научить этому, потому что этим ремеслом я занимаюсь уже 10 лет. Все ссылочки на мои обучающие курсы и на мою школу гитары и вокала в описании или вот здесь в подсказках. Кликайте, скоро увидимся. Пока!